Вот результат нашего эксперимента. Это сорт у нас Грандиора, которому мы давали натурамин. Значит, гектара у нас в этом году получился. С гектара 3000 сеток. Вот она, такие стопки у нас, 3000 сеток. Вот она, результат лука. Ну, получается, с гектара у нас выходит 90-99 тонн, получается. А другой сорт у нас есть Манас, они дали по 80 тонн, без натурамина. А этот сорт мы работаем с натурамином. Следующий результат очень хороший. И цвет красный, лук хороший, почти стандартный. Сам разный. Оделся хорошо, красный лук. Туда хорошо, на следующем году будем работать с натурамином. Гербициды мы будем с натурамином размешать. Очень хороший. Лук не болеет. Видите, как накрылся, оделся хорошо, оделся. Лук красный, стандартный. Гитара 90-99 тонн. С Грандиора 99 тонн. Да, с Грандиора. По 100, да, взяли? Да, по 100. А Манас мы 80. Без натурамина. Там вы не добавляли, да, натурамин? Мы там натурамина не добавили, только здесь. Эксперимент здесь сделали. Как видите, результат очень хороший. Нас удовлетворил. На следующий год мы, наверное, рассчитываем работать только с натурамином.